посетить экзотическую страну, не выезжая из Москвы. Возможно ли это? Табу, ситар, бансури. Мало где в столице можно услышать эти музыкальные инструменты. А на уроке в культурном центре при посольстве Индии это обычное дело. Ежедневно здесь проходят занятия для всех желающих. Я интересуюсь Индией с 9-летнего возраста. Интересуюсь не только, естественно, религией, но и музыкой, различными видами искусства, философии, традициями и обычаями. И еще я владею несколькими индийскими языками – хинди, санскритом и раджастхани. Минимум 4 месяца занятий по 8 часов в неделю. Таков срок овладения азами музыкального искусства. Обучение проходит на английском языке. Преподаватель Гульфам приглашен специально из Индии. Говорит, что москвичи покорили его своей любознательностью. Это мое первое назначение в России. Также я был в Америке, Канаде, Австралии, Англии, и вот я в России. Российские студенты очень талантливые. Они искренне подходят к занятиям по музыке. Причем для многих из них они очень важны. Это как дыхание. Для меня это очень приятно. Стоимость обучения в культурном центре имени Джавахарлала Нейру небольшая – 800 рублей в месяц за один из предметов. Занятия проходят каждый день. На выбор – изучение хинди, йога, вокал и одно из самых ярких искусств Индии – национальные танцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, пять сюда. Пять, шесть, семь, восемь, да. Скажите, а только девушки здесь могут заниматься? Нет, у нас есть двое мужчин здесь, но это непросто. Ну и как мужчины танцуют? В основном лучше вас. У самых талантливых учеников в этом культурном центре есть уникальная возможность увидеть все многообразие Индии своими глазами. У нас есть тренинговая программа или на обучение мы отправляем в Индию тоже. Они там туда езжают, там по 4-5 лет они учатся, возвращаются, и всю жизнь как будто у них потом становится связано с индийской культурой.